дает поднять головы. И вот сейчас опасно у наших ворот Василевский. Ну, просто выручает команду. Скачков сделал поперечный пас. Забудюков. 1-0. Не ожидал такого броска Василевский. Вот что не сделал Степанов, сделал Бадюков. Счет открытый. Сейчас нам нужно что-то решать. Да, в домик Василевского пришелся бросок. Не досмотрел Василевский. Мерезкин на точке бросок. Вместе с Мерезком играет Хлыстов, Кулда и Зубов. Вот такая наша четверка. Бросок и тут же подставление, да? Обратили внимание в очередной раз. 2-0. И это уже неприятно. И понадобилось нашим соперникам всего-то 18 секунд для того, чтобы второй раз огорчить нас с вами, ну и нашу команду. Давайте посмотрим на повторе. Это был первый бросок к воротам Василевского. А вот и второй. Очень быстро двигалась шайба. Посмотрите, каков розыгрыш, да? Это Салминин. У нас 3 атаки. Ну что, 2 в 1, 3 в 1. Бросок нужен. Блестящий. Кирилл Кольцов разыграл эту шайбу. Смирновым 2-1. 2-1. Вот же как надо. Ну вот же как надо. Провалились наши соперники. Провалились. И контратака получилась. Очень и очень острый. Игородов сделал пас. Кирилл ушел в сторону. Ну и посмотрите, как Смирновым Кольцов разыграл. Никуда не торопится работать время, конечно, что коллектив из Нижнего Новгорода. А вот сейчас, да, неприятно. Ну, понятная радость Скачкова и болельщиков Нижнего Новгорода. Без каких-то проблем вообще Скачков вошел, сблизился с Василевским и очень уверенно его, кстати, переиграл. Никто не помешал Скачкову сделать что-нибудь. Да, еще и подзатыльник Кириллу Кольцову. Так уж получилось. Выписал Кольцов. А, простите, Скачков. Макаров. Ладно, будет делать передачу. Нет, занесли. А нужен звонок другу, да, показывает арбитр. Ну, не мычьем, так катанем зашла шайба. Вопрос только в одном. Считаю сейчас. Ну, давайте посмотрим на повтор. Вот у нас Макаров. Ну, нет, эту шайбу не считаю. У меня, друзья, мнение такое, что не засчитают. Если правда здесь Хартиканин не коснулся клюшки шайбы.